Привет! Баба Вера опять с вами. Ну и что? Блогеры пошли в певцы. И оказывается, все поют. О, я, конечно, в шоке. Вот нашла еще Ларин 30 лет, клип. Ну, видела. И Марьяна Ро, и Иван Гай, и Хованский, еще Ларин. Ну, давайте посмотрим. Это я еще не всех назвала. Так, ну что? Что тут? Короче, Ларин 30 лет. Поехали. Это ему день рождения, что ли? Ебой, Биги Рип. Там Рип Честер, все. Нормально. Как тебе новая прическа? Это не прическа. Это состояние сознания, чувак. О, понятно. Состояние сознания лысое. Что я могу сказать? Заблудился в лесу. Ой, вертолеты летают. Билл Гейтс в эти годы имел миллионы. Месси уже забивал бафон. Ньютон как мент понимал законы. А Кобейн достал свой ствол. На часах 23, я на шаг от 30. На часах 23, я на шаг от 30. Проснулся вечером, одетым в постели. Не песок, а гексоген. О, ну это уже не сидею. Я такого не понимаю. Это гены, но семя не посею. Еду покупать, как угорают уцелевшие. Такая монтаж. Забегаю в бар, там шерстый мейкап. Это место лайфхак. Как без секса, майндфак, ты плачешь за кайф, ты ловишь факап. Тут любовь под запретом, словно майнкамф. У вас классный кабак, мешает выбирать. Тут пьяный мудак, что пьет шот-шот-шот. Тупо и быстро, лучше шот-шот-шот. Были бы выстрелы, услышал и понеслась. Что пришел, я цеслась, давай раз на раз, давай раз на раз, давай раз на раз. Да что с тобой не так, мразь, до трех иксов мне остался час. До дна твоего мне не пасть, я по-иному завалю тебе пасть. На часах 23, я на шаг от 30. 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 И на шаг не 30, не от 30, а от 20. И 10. Как я рад, что не встрял в этот ад, все никак у людей. Наконец-то никак у людей. Наконец-то никак у людей. Наконец-то никак у людей стало. На часах 23, я на шаг от 30. Плевать, куда идти, типа как... Бабла много, вертолет купил, вокруг летает. Гагарину лететь, смотреть на звук, звук, звук. Сойдет все с рук, я не андер, не гангстер. Но на юбилей я улетел в Амстер. Но на юбилей я улетел в Амстер. Но на юбилей я улетел. На часах 23, я на шаг от 30. 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 Нам может не нравиться, но все это матрица. Как демо-режим мы пройдем эту жизнь. Нам может не нравиться, но все это матрица. Потом хоть потоп нас, под почву мы лежим. На часах 23, я на шаг от 30. На часах 23, я на шаг от 30. Все. Я, конечно, в шоке. Мне такое не нравится. Во-первых, я чту своих предков. На этом памятнике он бегает. Эти черепа кругом. Ну, если я Хованского и Малика смотрела, то там хоть есть что посмотреть, говорят, а тут... Короче, он меня вообще не впечатлил. Так что я не знаю, кому это такое нравится. Ну, пока-пока. До новых встреч. Okay.